Пригорск, 5 декабря, очередной выброс нашего Пригорского вулкана. Эти кадры в редакцию РТС прислали обеспокоенные жители Пригорска. На улице морозно, но освежающим воздух никак не назовешь. Такого дыма не было, такой сажи у нас не было. На балконах сейчас ужас, что творится. Мало того, что вода нередко ржавая, ладно, ремонтные работы, но теперь и постиранное белье на балкон вывесить невозможно. Это снова надо перестирывать. И, повторяю, мы всем этим дышим. Поневоле, наблюдая за выбросами, люди выявили закономерность. Примерно раз в час, минут на 10, труба дымит так, будто фильтров нет и в помине. Загрязнение атмосферы началось месяц назад. Я скидывал фотографии, люди машины помыли на утро с 4 на 5 ноября. Они выглядели в маслянистой саже, они выглядели как, я не знаю, как кусок... Мне неудобно говорить чего. Не будем скрывать, в Пригорске прекратились жалобы на холод. В квартирах тепло. Владеет котельная СГК. Ранее в абаканском филиале компании ссылались на то, что специалисты перенастраивают автоматизированную систему. Сегодня получить оперативный комментарий не удалось. Сибирской генерирующей компании требуется время для аргументированного ответа. А жителям Пригорска, глядя на дымящую трубу, остается только терпеть и ждать окончания работ. Мы следим за развитием событий. Эдуард Иванов, Дмитрий Парахин, РТС.